Раз, 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 два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Мы в игре. В игре под названием Дом пепла. Дом праха. Даже так можно назвать его. Праха, скорее всего, дом праха. Дом праха. Ну вот так вот. Уже там стрю люди выкладывают, но я такой. Ха-ха-ха! Не Хэллоуин же еще. Еще подождите. Надо выкладывать хотя бы число 27-го. Ну ладно. Не знаю, когда я выложу, но типа заходим в антологию. Что есть новое у тебя антология? Вообще, я. Ну это у меня есть все части, здорово. Little Hope еще осталось закачать. Еще стрит, там еще одна из картин, но это неизвестно еще. На Little Hope я хотел записать. Господи, Кота напала на меня. Ей нахуй! Она отступила просто. Говорит, иди. Иди, говорит. Все понятно. И я и такой, ну отлично же, блядь. Звуковая, я так, общая громкость, естественно, я уменьшу, давайте я уменьшу на... Давайте на 55, вот так вот. Не, давай на 50, ровно половина, типа, ни тебе, ни мне. Отлично, да. Хорошо. Так, графенка. Ультра! Оконный режим, полный экран, естественно, включить. Включить сказал. Так, если сглажение, так, так ограниченное, так отключить нахуй, нахуй не это ваше ограничение. Окей, да, применить. Спешность возможности. Однако только. Не, нахуй. Анализ данных и все прочее, тыры-пыры. Что же, приступаем с тобой к Dark Purchase House of Ashes. Понеслась. Пизда по кочку. Не, подожди, все-таки я не знаю, как меня слышно или нет, но давай для первого я добавлю немного, потому что я хочу, чтобы мне в ушах прям... В принципе, я могу звук добавить в ушах. Да, я могу звук просто добавить в ушах, давай я добавлю сейчас прям. Оп, 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 оп. 70, давай сделаю 70, отлично. Одиночная игра. А, естественно, новая игра, тупой выбор вообще. Щадящий, серьезный, вас ждет проверка на прочность, смерть неизбежна. Выбор уровня, не знаю, давай серьезно, давай, мы типа serious, fucking serious, we are fucking serious. Давай, новая ячейка, хорошо, отлично, забить. Погнали. Без мышки. Какая мышка? Иди нахуй, мышка. Говорю, мышки. Фу-фу-фу. Мышки. Фу. Мышки. Фу. Фу, мышки, говорим. Мышка, фу, пошла нахуй. Мышка. А, мне надо было нажать. Господи, я сижу, жду, даже не читаю. Не смотрю, что там написано. Потому что глупенький. Не читаю, несмотря ни на что. Так как они сели ветер, то и пожмут бурю. Ося 8, 7, 8 разделить на 7. У каждого выбора есть последний. 8, говорит, разделить на 7, сколько будет. Не делится, которое решение спасает жизнь. Некоторые. Другие же. Пич, какая заебичка. Ведут к смерти. Ну вот ты уже поздно, уже птичку нам показали. Выбирай с умом. Так, у птички один глаз вроде бы. Я прям почувствовал, как я туда вошел. Прям я. Так. О, гос... О! Вот это жесть! Бошки отрублены!
Акад. 2232 год до нашей эры. На нахуй, пощечину тебе. Видал головы, говорит. На, ложись, говорит, полежи. Не убивайте! Молчи. Ты по-русски говоришь? Не помогут. Твоя кровь – дань для нашего царя. Твоя жертва избавит нас от проклятия. Генерал, прости так... меня. Царь требует, чтобы ты явился. Боги с тобой. Пока. Что? Темницу его. Закончу позже. Нет, подожди, ты же богом, блядь, дань отдавал, пидорас, нахуй, вернись, убей его, ты все нарушил, блядь. Удачи не для псов. Оооо, ты нарушил наш указ. Ты должен был его убить сразу. Генерал, нельзя здесь оставаться. Генерал? Его безумие может погубить нас всех. Этот храм проклят. Уж лучше сдохнуть тут, чем снаружи от чумы и голода. Выполняй приказ. Так, кажется, у них там все по пизде давно пошло. Бог Луны прислал тебя погубить мое царство. Мне это ведомо. Я вижу все. Ну, оглядись. Этот зал недостойная плата за мои проступки. Богов что, не радует его великолепие? Гути близко, генерал. Бог Луны направил против нас свое войско. Я немедленно соберу воинов. Так, а что там внизу? Внизу сотни пленников, мой царь. Чтобы убить их, нужно время. Ну, кажется, борода у тебя не настоящая. Неважно. Кровь этого войска насытит пески. Мы завершим жертвоприношение. Это Персия? А начнем с нее. Скажи, генерал. А здесь есть кого ты видишь, глядя на нее? А, мадемуазель? Мазель? Разве не напоминает она о твоей дочери? Сколько ей было бы лет? 18. Так мало. Эта чума принесла столько горя. Убей ее. А как прикажешь. Мой царь, разве не лучше сохранить ей жизнь? Она разведчица. Мы узнаем планы Гутиев. Нет. Каждая капля крови приближает нас к спасению. Пусть. Ты ебанулся! Икс! А! Хуй на, говорит. Женщину побить уже не можем. Что за мужики пошли? Ход нахуй. Блядь, это и есть твоя дочь. Не убивай свою дочь. Кидай копье, нахуй. Копье кидай. Кидай копье. Иди нахуй. Наделал. Я убил ее. Убийца. Манечина. Тварь! О, меч. О, нет. Голову я отрубил. Так смог не задеть еще и руку. На нахуй ему, королю. А сил-то у тебя много. И копья кидаешь, и голову подбрасываешь. Ну ладно. А че он так ходит? Модный, блядь. Майкл Джексон научился. Так вот. Вот тут. Опа. Ебать.
ёбаны. Экшон. Ебать, экшон. А я даже ничего не делал, но экшон опрёт. Окей. А что мы теперь будем делать? Убьем царя? Он вообще ебанулся там на своем троне, блядь, кирпичном нахуй сидит. Так он в своей, блядь, ебучей пирамиде сидит. А где все люди? Ебать, они прям в задницу ему заходят, что ли? А, тут война какая-то идет. Всем пизда приходит. Так, мистика какая-то. Затмение, блядь. Что за люди? Чего? Блядь, яблоко глазное, мое тоже посмотри. Бля, сейчас они ему в жопу войдут все. Какое-то смешно не звучало. Но все в этот сорокадан с подъюбки прям. Это туника. Туника, блядь. Бля, они кого-то пробудили. Во, жесть, сейчас начнется. Они кого-то пробудили. Я... О-о-о. Давайте на мистику. Боги, дайте мне сил. В рот тебе сейчас дадут. Бля. Бля, ебалище в крови. Вот такое. Том Райдер. Смотри. О, вот это, да, наш? Бородач наш? Бородач наш тут. Ну здравствуй, говорит. Да держите, блядь, дверь, вы ебанаты. Помогаем ему. Что это там? Что сделали акации, чтобы навлечь такой гнев? Акации? Мы прокляты. Наш царь проклял нас. Мы думали, демоны вы. Напрасно. Царь разграбил храм в Непуре и строит этот в надежде на прощение. Но боги не слышат. А теперь и он безмолвен. Царь пидорас, нахуй. Так, ладно, это даже слишком. После смерти дочери я не узрел истину. Последовал за купцом в бездну. Отношение корм. Так, Балату, казалось, испытал облегчение после смерти царя. Это корм. Его участь не должна стать нашей. Это ваш храм. То есть эти метки, это ожоги, то есть, если не ошибаюсь, эти вот точки, которые у чувака. Что, типа они так... тебе? Или там что-то вкалывали под кровь. Аркадец! Бля, экшон, 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 экшон! Я с ним маточный. В маточный, не маточный. Нахуй обновление.
помоги мне. А, блядь! Есть. Блядь, я это за... Я уже хочу заставку тут. Крутую. Что? Дай тебе крутую заставку. Да. Гробница для строителей. Идем. Да вас факелы, блядь, тварь. О. Там кто-то в четвереньках стоит. Тебя видно, блядь. О, пульс, да? Давай. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Три, четыре. Пять, шесть. Семь, восемь. Девять, десять. 11. Да там было больше. И опять ты посмотри. Я ж нажал! А чё не так-то, господи? Я ж нажал, блядь! Отец, испугался крысы? Да хуи ты, блядь, иди нахуй, пидорас тупорылый. Я нажал же, блядь, кнопочку. Столько смертей. Так, погоди, постой, я посмотрю, сколько зарядки осталось. Не зарядки, норм. Норм зарядки. Чё ж нет? А чё ж, блядь? Жертвы безумного царя. Давай посмотрим. Это всё, что ты можешь повернуть туда и сюда, и туда и сюда, и туда и сюда, нахуй. Ой, блядь, вот так надо повернуть, чтобы обосраться. Так, о, можем ходить. Давай посмотрим. Чё это тут у нас? Мы прокляты за наше деяние. Зачем ваш царь разграбил храм? Всеми всегда движет одно. Деньги, слава, алчность. Типа они разговаривают? Ну ладно, хорошо. Ну бы. Посмотрели. Ну, там еще что-то бы. О, подсказки изменились. Так, кто-то там выползает. Еще раз давай посмотрим, кто там, человек или монстр. Ага, нельзя, да? Ладно. Нечего мне заходить. Давай что. Следуем. Так, а что здесь у нас? Бля, вот это у них норма, да, вообще была? Куча кровячки там, останки всякие. Съебись, блядь. Иди, помоги мне. Первый. Бояться нечего. Ты первый. Я второй. Он третий. Что у тебя за украшение? История Гутиев. Вы, акадцы, стремились стереть нас с лица земли. Но поверь, это лишь начало нашей истории. Как выбраться отсюда живьем? Враг моего врага. Мой друг. Соратники. Надежда есть. Бля, сейчас меч положил, у него остался в руке, господи.
Ладно, ладно. И опять вытащили. Да, блядь. Положили, чтобы пожать, чтобы вытащить и пойти вместе. Сколько путей ведет сюда? Да до хрена, если веришь, нет. Не одни мы здесь, господи. Все пень змея. Блять, жалко. Что змея? Сюда. Само что ли открывается? Бля! Мне долбить? Сука. Сейчас начнется, да? Близко. Знай. Акадец! Выхода нет. Нам надо биться вместе. Нет. Если побежать... Умрем оба. Готовь меч. Так, предать. Сражаться. Сражаемся нахуй. Ты меч ищи. На нахуй, ебать. Блять, ткнуло его тоже. На нахуй. Б. Б нахуй. На, въебал эти. На нахуй. Да помоги ты ему! А хули ты ему не помог, блядь? Ты один остался. Ой, дурачок. А там их еще дохуя. Ебать. Курс изменен. Охуенно, мне прям нравится. Дару, чувак. Давай, рассказывай нам. Здравствуй. Я тебя тоже рад видеть. Ваше благополучие зависит от ваших решений. Они станут компасом,
на пути в неизвестность. Найдете ли вы путь к спасению? Или же сгинете во тьме навсегда? Буду откровенен. Вам предстоит принять непростые решения. Решения, которые повлияют на чужие жизни. И последствия этих решений очевидны не сразу. Рад снова видеть вас. Здрасте. Вам, наверное, не терпится начать. Тогда не будем медлить. Как вам известно, я хранитель, коллекционер истории. Я слежу за всем, что вы делаете, записываю каждое решение и каждую ошибку. Это мое хранилище. В нем столько нерассказанных историй. Истории о друзьях и врагах, верности и предательстве, жизни и смерти. Я здесь не за тем, чтобы помогать вам. Впрочем, мне случалось нарушать правила время от времени. Погрузиться в неизвестность в одиночку необычайно смело. Или необычайно глупо. Но, возможно, у вас есть потенциал. Да давай же, давай! Позвольте дать вам небольшой совет. Время от времени вам будут встречаться изображения, указывающие на возможный исход событий. Присмотритесь, они могут предсказать будущее, хорошо, которого вам лучше избегать. Окей. Но, увы, наше время на исходе. Скоро мы встретимся и оценим ваши успехи. Или неудачи. Так, войнушка, Ирак, 2003 год. Полковник, как вы? Так, рада, уверен. Да так себе. Добро пожаловать. Вы рано? Сейчас заранее приезд. Так. Терпение, извинения. Простите за ранний приезд. Время не ждет. Понял вас. Прибытие. Давай. Окей, погнали. Можно начинать презентацию. Как только командир даст отмашку, приступим. Вот, прочтите. Не в курсе? Во дворце новый царь. Похоже на то. А ты? Да. Мой ассистент Клариса Стоукс. Доктор Клариса Стоукс. Чё тебя съебал, он доктор? Лейтенант Колчи. Ну, куда идти? Нахуй. Идите нахуй просто отсюда. Уёбывайте, блядь, вертолёт и пиздуйте нахуй. Улетайте, блядь, в ебеня. Оба-на, тут секосом пахнет. Чувствуете? В чем дело? Вот эта актриса, что она в игре такая страшная, блядь, господи. Ещё Кинг старший, ещё команда грубый. Настолько здесь страшно выглядит, чем в реале. О, опять что-то этот Ник Кейси. Может, это наш последний раз. Блять, а он не был после в этом, в Мэдл Медане, что прям выглядит, как будто Мэдл Медане он был. Но за эти недели ты так помогла мне. Я бы не выжил. Хотя это, может быть, расизмом, но... Господи, нет, нет. Ну черты, очертания. Рэйчел Кинг. Добавьте ему усы и бороду такой, и он уже похож на чувака из первой части. Мэдл Медан. Кто твой муж? Может, пора ему во всем признаться? Очертания прям очевидны.
Рэйчел, так ты ему расскажешь про нас? Вы с Эриком уже год как не вместе. Между вами все давно закончилось, так? Я подумаю, как им сказать. Но если вы... Блядь, я не знаю ее! Я не знаю, что она хочет! Она может сделать перерыв. Нам нужно взять паузу. В смысле? Так просто? То есть все... Все кончено? Так ты решила? Именно, я так решила. Мой муж приехал. Господи, Ник, а как ты себе это представлял? А ты, сука, ебаная, ты трахайся с вами. Блять, твари, на, я приехал, а ты там ебёшься. Похоже на приказ, мэм. Вот так это выглядит. Я понял. Ладно. Сука. Черт. Вообще, вот это, ну, это так и есть, по правде, так и будет. Поэтому я буду отыгрывать ее вот такой сучарой, нахуй, полностью, которая, типа, сначала изменяет мужа, потом такой... Это правда, бля, господи, давайте уже не будем врать друг другу. Давайте посмотрим уже правде в глаза, как она выглядит, все. Одела она, блядь, футболку, нахуй. А щеки у тебя откуда, блядь? От черного... Извиняюсь за шум и беспорядок. Не бойся. Мы сюда недавно прибыли. Бля, это чувак мне знаком. Всего пару недель тоже назад какой-то актер. Пахлаву жевал, а какой-то бедолага ему ногти стриг. О, как мило. Видел бы он, что стало с этим местом. Блять, он мне кого-то напоминает, сука. Кто же вот этот чувак? У нас тут ЦРУ, у нас тут армия, морпехи, разведка, ВВС. Приглашены все. Все хотят войти в историю. Боже, храни Америку. Боже, храни, блядь, Аллах, бла-бла, блядь, блядь. Я слежу, старик. Давай не сочковать. Присоединяйся. Может, научишься чему. Позже. У нас гости. Что ж, может, дамочка хочет посмотреть, как я потею. Подстрахуешь, девчуля? Мне и отсюда видно достаточно. Не обращайте внимания на Мёрвина. Он всегда такой. Ясно. В каждом отряде есть свой придурок. О, я буду вот за этого чувака, вот отвечаю, чтоб он не сдох нахуй. Я буду за него прям двигать. Ему жена изменяет, он такой вообще весь, типа, он очень много настрадался, поэтому я буду за него. Да, встретимся там. Давай. Либо за тебя в кипаре, который. Просто меня кого-то напоминаешь, не знаю кого. Какой-то актер. Я сейчас сам не свой. Пару недель назад мы попали в перестрелку. Блядь, кого же твоя рожа мне напоминает? К бою готов? Он морпех, сэр. Готов. Ну не скилл Джоя этот. Нет. Там... Джоуи, тебя за бумажки усадили? Они чуть побольше. Сделать звонок? Не надо. Чем больше бумажек, тем меньше шансов словить пулю. А это выходит тот самый спец по спутникам? Тот самый спец по спутникам. Эрик Кинг. Полковник Эрик Кинг. Дай полковнику полный доступ. Блять, а это рожень со второй части, нахуй, который этот... Блять, чувак, который... Который нам блядь, на забор упал. Знает, лопнет от злости. Вы говорите о моей жене. Простите, я не знал. Отлично, умник. Так тебе, блядь, получай, нахуй. Допизделся, блядь. Где эта шлюха, мразь? Сэр, мне очень жаль. Рэйчел не сказала, что замужем. Мы не виделись почти год. Значит, она теперь альфа-сука? Громкий титул. Если что... Это мы так выражаем симпатию. Что это там? Макдональдс?
так. Сейчас все будет. Надеюсь, сеть справится с обломом. В этом я не секу. Ну, тогда поднимемся. Так, где это центральный? Так, ага, сетки 5, 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 сейчас, подождите. Полковник. Миссис Кинг. Это моя команда. Хочешь инструктаж? Сначала скажи мне. Теперь это нахуй моя команда. Теперь это моя команда. Эрик, о чем это ты? ЦКВС передала мне командование твоей целевой группой. О, ты серьезно? Ты знаешь, я не шучу. Лейтенант Колчик. Ты знаешь, какая ты мразь, нахуй. Ты изменял ему. Это из ЦБ. По него там ничего не знаю. Подтверждаешь, что полковник Кинг принял командование операцией. Мне нужен доступ к сети. А ты еще кто? Это доктор Стоукс. Блять, да это же эта хуйня, которая, блядь, тоже во второй части. Конечно. Ладно. Что ж. Который типа вот такая панк, нахуй. Который задушили. Если не ошибаюсь. Стоукс, подготовьте презентацию. Бля, че, реально, не держи актера. За хрень? Современное искусство? Это кадры, сделанные сверхсекретной программой Целос. Я должен впечатлиться? Система инфракрасных спутников. Моя разработка. О, звучит солидно. Прошу, продолжайте. Вы на всех инструктажах так себя ведете? Парням просто нужно расслабиться, сэр. Он не со зла. Ладно. Спутниковые снимки зоны боевых действий выявили возможное подземное хранилище. Разумеется, эти данные нужно проверить, но я почти уверен, что химоружие Саддама именно там. Попался, сукин ты сын. ЦКВС дало добро на захват объекта и конфискацию обнаруженного оружия. Бои прекратились, но по всей стране действуют группы сопротивления. Мы не можем сидеть и ждать, пока они применят это оружие. Армия забросит нас туда на вертушках. По прибытии лейтенант Колчик возглавит захват объекта. Затем мы проведем полную ревизию оружия. Гадость какая. И еще. Руководство сменилось, но Рэйчел оперативник с большим опытом и много знает об этой местности. Она летит с нами, и я требую к ней прежнего уважения. Вопросы есть? Какого хера мы ждем? Вперед! Ты первый сдохнешь, нахуй, заебись! Этот народ просто звери. Запросим поддержку с воздуха? Нет. Привлечем слишком много внимания. Пошли и вышли, все дела. Блять. Смешно, прям как я с твоей мамкой. Тихо, пацан. Если бы я вовремя не вынул... Одни и те же рожи. То этот мне напоминает тоже. Ладно, вот этот. Хватит уже, Мёррей. Сэр, ваше слово. Так. Давай поддержка с воздуха. Поддержка с воздуха будет ждать приказа. Кого же он мог сыграть? Птички могут лететь ниже радаров. Объект в горах загроз. Там будет где укрыться. Будем искать оружие без связи. Через 24 часа радио. Короче, я просто вижу, что... Я эти рожи уже все видел. Сколько то есть повторно взяты. Ебалище нахуй. Да я так, просто. Ради этого мы воюем. Ради этого встаем каждое утро. Я обещаю вам, дамы и господа, мы помешаем Саддаму использовать это оружие. Вылет через час. Вольно.
Клариса, помоги настроить. Сейчас. Не знаю, что-то не так. У меня, блин, мурашки по коже. О, пупсик, нет. Хочешь, плечики тебе помассирую, а? Серьезно? У меня плохое предчувствие. Это побочный эффект от общения с Эриком. Может, ты скажешь ему? Глаза, может, она, блядь, поменьше себе сделает. Слишком на выкатание. Мисс Жаба-Жаба его называть. Мисс Жаба-Жаба. Спасибо, Клариса. Уходи, леди Панк. У меня сомнения. У меня тоже, потом ебало, да? Чем-то картавое такое. Люди в команде едва знакомы. Кринжовая мразь. А ты хочешь отправить их на 500 километров вглубь территории врага? Нет, я хочу их в твою вагину отправить, блядь, дура. Они даже близко к такому не готовы. Они, а к чему не готовы? Быть готовыми — их работа. Я просто тебя хочу оскорбить. Ты изменяешь мужу, мразь. Слишком мало времени. Рэйч, это наш шанс вернуться домой. Прошу, подумай. Нет. Я принял решение. Рэйчел, я не собирался перехватывать твою команду. Твоя близость. Мы с тобой так давно не виделись. Давай, разочаруемся в этом. Давай, 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 мы будем к ней ближе, чтобы потом разочароваться нахуй. Каждый в этой мрази, блядь. Я вспоминал давай. Тебе. Хотел, чтобы ты была рядом. Я скучал по тебе. Речь не о нас, Эрик. Я хочу, чтобы все стало как прежде. Она вообще нахуй не скучала, ты видишь по ней? Ты видишь, что ей похуй. Все было не слишком здорово. Бывало хуже. Намного. Слушай, Эрик, ладно, давай потом. Но не здесь. И не так. Ты ведь носишь кольцо. Ебать, осторожнее. Она очень отстранена. Ты не видишь, блядь, ты... Она что чувствует, она чувствует, что она отстранена от него. Блядь, сука. Что за хрень? Ультрафиолет. Для поиска взрывчатки. Я гляну. Ты вообще дебил, блядь. Ты не знаешь, что такое ультрафиолет, нахуй. Лариса, да, он как там парни. С данными? Они нужны срочно. Еще 5 минут. Быстрее никак. Сука, отряд кретинов вас и поубивает, нахуй. Стопудово. Ладно, я взгляну на карты. Да, скорость не очень. Уж какая есть. Подпиши 13.48. А поебал, не хочешь? Выдача снаряги. Ты... А, да. Все проверьте. Лучше дважды. Да, понял. Так. Че есть у нас? Так. Слышу. Окей. Соберись. Окей. О, Буш. Понятно. На кой нам сдалось это все? Это нас засветит. Оно подстрахует.
Объект под землей вполне вероятно недостроен. Так безопаснее. Я буду в безопасности. С парой лишних стволов. В жопе, я так понимаю. Скажите, капрал, высоты боитесь? Ну да. Я разведчик. Совершал затяжные прыжки с охренительной высоты. В условиях, от которых большинство будет долго ссаться по ночам. Что ж, впечатляет. Надеюсь, это не просто слова. Я как Тони Старк, смотрю через... Штабной крысёныш. Ты охуе... слышь ты, блядь, мразь нахуй. Ну, сейчас тебе, видишь, какие у меня модные ботинки, тебе в жопу один засуну. Будешь модный с ботинком в жопе. Говорят, так модно сейчас. Так, окей, хорошо. Ничего не важно. Граната для посольника. Это то, что я думаю. ПФ, сэр. Белый фосфор? Для дымовой завесы. И все. Использовать только для прикрытия. Ясно? Ясно. Помните, это Саддам нарушает конвенции по оружию, а не мы. Конвенции по... Это, конечно, интересно, да. Есть все-таки конвенции какие-то по оружию, ограничения, да? Но там, может, это нельзя оказаться. Думаете, возьмем там химического Али? Если он здесь, возьмем. Ха, это почти стоит риска. Почти? Ну, знаете, я бы и дальше тут легко штаны потирал. Но если что... Воздушное прикрытие нас вытащит. Уверен, до этого не дойдет. Вы уверены? Это удивительно. Вы уверены? Это удивительно. Диалогово. Диалог. А я даже не хочу читать. Здесь по-любому ничего нет интересного. Нахер вот этого чтива неинтересного. Минуточку. Так, кафешку мы уже пробовали, что еще есть. Что у них есть еще? Данные какие-то. У меня готово. Че, обосраться, что ли? От счастья, от радости, блядь. Что? 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 Дай угадаю. Угадай. Ты хочешь меня о чем-то спросить? Вы что тебе? Что думаешь? Я так понял, ты и про шкипера. Он ничего. Но тут этого мало. А тебе он как? Есть у него что-то на уме. Блять, чё ж у него за рожа-то знакомая? А! Этот! Мэдов Миндан, первая часть! Солдата, он одного из начальных солдатов играл, сука. Точно, блядь. Я тебе отвечаю, это один из них. Ту-тун. Ту-ру-ту-тун-тун-тун. Ту-ру. Ву-ру-ту-ту-ту-ту. Ту-ру. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ту-ру. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ту-ру. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ту-ру. Сын! Эй, Тома! Че, типа, Зейн? Че, типа, другая сторона конфликта? Так, ну, я думаю, на вот этом мы сейчас сделаем, типа, перерыв, такой, типа,
первой стадии, окей, типа, хорошо, типа, все сделали, подергал я. Все, заебись, игра мне пока нравится, сейчас здесь что-то будет развиваться. Обязательно во второй серии мы это все увидим, так что давай, до скорого, давай.